Какое блюдо на Кавказе обязательно должен попробовать каждый гость? Всем привет, я Павел Бойко, гид-экскурсовод на Северном Кавказе. Сегодня расскажу вам. У кавказских народов есть масса вкусных и питательных блюд, и особое место среди них занимают пироги. Дагестанцы их называют чуду, чеченцы и ингуши – чапельгаш, карачаевцы и балкарцы – хычины. Рецепт приготовления хычина был предельно прост, ведь готовили его из того, что было под рукой. Мука, вода, соль, ну и начинка – мясо и сыр. Как приготовить хычин? Заранее замешиваем тесто и начинку. Формируем из начинки шарик, а из теста небольшую лепешку. Оборачиваем начинку тестом и герметично защипываем. Скалкой раскатываем до размера столовой тарелки. Затем выпекаем с обеих сторон на сухой раскаленной сковороде 3-4 минуты. В конце смазываем ароматным сливочным маслом. Вкуснейший и сытный пирог готов. Берегите пальцы, их можно откусить. Хычины на Кавказе любит каждый – взрослые, дети и обитатели гор. За годы своей работы каких только версий названия этого блюда я не встречал. Чехун, хачун, чанах, хачан, хачик. Как гласит народная мудрость, тощих людей украсть проще. Кушайте хычины. Россия – великая страна. И каждый народ гордится своими национальными блюдами. С вами был Павел Бойко. До встречи на Кавказе.